Об эпидемиологической ситуации в Десногорске сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 ФМБА России Владимир Кротов. По данным Роспотребнадзора в Смоленской области, в городе Десногорске на сегодняшний день зарегистрирован 131 положительный случай новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день выздоровело 84 человека. Хотелось бы еще раз обратить внимание, что ситуация в Смоленской области и у нас в городе по-прежнему остается очень напряженной. В частности, в Росовском районе сегодня 337 случаев положительного ковида. Клиники и Рославля, и Смоленска работают с большим напряжением. У нас в медико-санитарной части на сегодняшний день в инфекционных отделениях находится 42 пациента. По поводу тестирования. Протестировано жителей Десногорска более 4000 человек. 2500 протестировано сотрудников Смоленской атомной станции. Часто задают вопросы по поводу тестирования и пожелания обследоваться. К сожалению, своей лаборатории в Десногорске нет, поэтому мы отправляем тесты в лаборатории Смоленска, которые на сегодняшний день работают с большой перегрузкой, и квота для Десногорска уменьшена буквально до 20-30 анализов в неделю. Спасибо, надо сказать, нашим коллегам из главного центра ФМБА, которые взяли основную нагрузку, и мы дважды в неделю отправляем эти тесты на исследование в Москву. На сегодняшний день возможности у нас 350 тестов в неделю. Это только те контингенты, которые подлежат по приказам и постановлениям главного санитарного врача. В заключение, пользуясь случаем, хотелось бы еще довести до вас одну информацию. В третье воскресенье июня в нашей стране отмечается День медицинского работника. Я хотел бы от всей души поздравить всех медиков, врачей, медицинских сестер, водителей, работников технических служб, которые работают на здравоохранение. Поздравить их с праздником профессиональным, пожелать самим им здоровья, благополучия. К сожалению, многие из нас эти праздники и выходные дни будут встречать на рабочем месте. Но тем не менее, еще раз всех с праздником. Надеюсь, что мы сможем отметить достойно этот праздник, когда победим вот эту коронавирусную инфекцию. Будьте здоровы, с праздником!